Ну, давай немножко в один зарубаемся. Нам надо вон туда и... Нет цели. Так. Броненный кем-то скалу Кодиума, похоже на выпал из тележки. Следы ее колес ведут вглубь пещеры, откуда доносится мольба о помощи. О, вы пришли спасти меня. Да не знаю. Так, я шел за группу подозрительных кораллов, что продолжали... толкали куда-то тележку. Видимо, мне удалось проследить их путь до пещеры, в луне которой я увидел странного вида дверь. Мне захотелось осмотреть ее поближе. Тут-то меня и поймали. Так, почти мы все прошли. Так, из глубины пещеры носится скрип колес, нагруженный чем-то тяжелым тележке. Как покрепче. Так, туннель, по которому переправляют загруженные, видимо, тележки, похоже на проход, ведущий в Хамель. Давай-ка посмотрим. Чудесный нянь-нянь! Так, мы ведь раньше не встречались с Керон. Керон с ирисами может торговать. Ты, видимо, хочешь купить что-то. Здесь трудятся рабы,
пригнанные из Элиуса и Мулы, плененные в Армоде. Как добывает уровень 7, новое задание подземелья. На этом руднике брауни добывают подиум. А это плантация Аделлы. Здесь слуги Мумухара собирают Аделлу. Мешки с одиумом и Аделлой относят в башню Харамели и отправляют наверх. Только Тагерун знает, куда их девают после этого. А Кокабинги знает, где искать Тагеруна, Керун. Найдите Тагеруна, узнаете тайну Харамели. Нян-нян. Угу. Так, я ни в чем не виноват, я здесь вообще первый раз. Вы, наверное, ищете информацию вот этого. Так, ну хорошо. Помогу, мой брат может рассказать вам о недаром. Так что сначала позаботьтесь о том. У меня были ресурсы, а как мне их добывать здесь? Что здесь происходит? Так. Нужно внимательно все осмотреть, потому что мы знаем, для чего понадобился аудиум. Так. И как мне это добывать? Да, я забыл, ты бегать не можешь во время колдовства. Так, стоп. А так просто мы не сможем его собрать, да? Да. Неверно выбранная цель. Так, теперь полированный аудиум нужен. Не могу я больше этого собрать. Вот стой. Так, и уничтожить несколько тележек, да не проблема. Неверно выбранная цель. Девочира.
обработаны. Аделла. Так, иди сюда. Да и вам нельзя! Кахити вас не пустит! Так, что за обработанное? Вероятно, потом найду. Кинары, так приятно. Доброго пути. То есть мне надо сейчас дальше чесать. Какая прелесть. Так, обработанная Делма. Ладно. Поперлись далее. Насколько я понял, постоять можно, отдохнуть. Нельзя атаковать. Отличная погодка, ням-ням. Да, в подземелье особенно. Так, выполняется. Или понижает голос. Может быть, вас послал мой брат. Оказывается, мы с братом думаем об одном и том же. Сравним образцы, можно узнать секрет обработок этого минерала. Отличная погодка, ням-ням. Угу. Я смогу выше 10-го подняться, уже надоело. Живой остался. Неверно выбранная цель. Thank you.
devo tira. Devo tira. Devo tira. Неверно выбранная цель. Его чира. Его чира. Его чира. Его чира. Его чира. Его чира. Неверно выбранная цель. Вингево чира. Вингево чира. Неверно выбранная цель. Так, забираем. А сколько их надо-то? Вот в чем вопрос. И значит, все. Не подходите, не подходите близко. Так. Так, только выполняя приказ Гаруны, я хороший. Так, надо положить конец этому злодейству, которое творится в Карамеле. Вы должны справиться с Хамероном, хозяином этого ужасного места. Как вы сюда попали? Хамерон сейчас в своей конторе. Пожалуйста, убейте его. Тогда я, наконец, буду свободен. Посмотрим, что там за босс. Может, хоть нормальный, дельный. Ну, здесь, конечно, уровень равный мне очень хорошо, меня уже лупит. Ну, там подъемник, скорее всего, нужен, да? Или нет? Нужен.
Когда мы вместе, для нас нет ничего невозможного. Так. Не удается найти цель. Неправильно выбранное нельзя использовать. Вторжение! Охраняйте Хамаруна! Так, вот теперь могут быть проблемы. Так, ну надеюсь, только места хватит, хотя сомневаюсь, но ладно. Вот так ворваться в харамель! Какое бесстрашие! Вперед, мои верные! На врага! Неверно выбранная цель. Нет цели. Я больше не могу! Ничего! Я еще вернусь! Так, это восстановление зелья нам не вряд ли бы помогло. Уже мне интересно, почему. Ну ладно. Так. Покажите, на что способны. Отчитался. Так, нам уже не вернуть тот одиум, который приправил карамельному, могли раскрыть преступные замыслы Камариона. Все благодаря вам, человеку, еще не ставшему Дэйвом. Представить могу, почему вы не переродились после боя с Камароном. Последнее испытание. Последнее испытание. Ну, тут вопросов побольше немножко.
Продать торговцу. Тут ни один сволочь торговец со мной торговать не хочет. Здравствуйте. Удачи в пути. Прибить мало. Боже, мне, блин, торговцы. А, погоди, этот вроде. Выбирайте. Так. Такое себе, я тебе скажу. Заглядывайте почаще. Так, ладно. Покажите, на что способны. Так, роковой час все ближе, вам пора опять дано. Так, вы много достигли, готовы переродиться, вижу это. Что-то похоже, что вам мешает приобрести крылья, нужно выяснить, что. Поговорите с Домину и скажите, что вам нужна его эссенция. Чтобы встретиться с ним, сыграйте на флейте. Если мы хотим увидеть вашу эссенцию, понадобится эссенция владыки древней Домину. Это очень ценная редкая вещь, но вы оказали древним большую услугу, поэтому они наверняка согласятся помочь. Вот возьмите флейту, уйти уже пользовались ей, не так ли? Флейта поможет переместиться к нему. Скажите, что вам необходимо, если он садомин, надеюсь, хозяин леса не оставит вашу просьбу без ответа. Хотя весь заполнил, что ли? Добро пожаловать! Так, древний всегда поможет тебе, если ты помог древним. Вы принесли древний мир и покой, можете рассчитывать на нашу помощь. Так, я не могу отказать другу древнему, возьмите сенсы теперь ваши. Но ответьте, умолите ли мой любопытство, зачем она вам, чтобы выяснить, почему я не могу стать дайвом. Да, я вижу, вы ваш дальнейший путь окутан туманом. Теперь вы можете узнать, какое будущее вам уготовано, только помните, за этот дерзкий поступок придется однажды заплатить высокую цену. Что ж, прощайте, прикоснитесь ко мне и отправлю вас назад. Покажите, на что способны. Так, скоро наш мир ждет великие испытания. Я буду ждать вас. Покажите, на что способны. Скоро нас ждут великие испытания, вы должны к ним подготовиться. Что сказал Данил? Я не знаю, какое вот испытание осторожно вас ждет. Ответ вот, возможно, на этот вопрос то же самое, можете что найти я лишь не знаю вы сами. Что ж, закройте глаза. Думаю, пора начинать. Я уже путаюсь в играх, где надо читать, где не надо читать. Какая приятная встреча. Я бы не сказал. Так, один из легионов Балауров под командованием Рисы захватил Калмара. Чтобы перевес оказался на нашей стороне, мы должны его вернуть. Но есть одна проблема. Каны Асмодиан преграждают нам путь, поэтому мы не можем подбираться к Каламантарису. Мы займемся с Дианами, а вы должны добраться до Каламантариса, убить легионеров Балаура и Арису. Ха-ха-ха!
Гениально, только крылья... Непонятно. Может, это прошлое, скорее всего. Да, скорее всего, это прошлое показывает. Вы не останетесь без награды. Ваши усилия будут вознаграждены. Связь между вами оказалась настолько сильна, что прошлое стало влиять на настоящее, поэтому вы не смогли увидеть путь, который вам предназначен, и стать Даевом. Даев, какой путь вы хотите избрать? Волшебником. Удачи, Даев. Так, погоди-ка. Чародей-целитель. Да, чародей мне нужен. Вы не останетесь без награды. Даев, какой путь вы хотите избрать? Так, удачи, волшебник, Даев. Или заклинатель? Зашибись. Когда уж заклинателя лучше выбрать. Погоди, ли волшебника? Нет, волшебника. Вы не останетесь без награды. Даев, какой путь вы хотите избрать? Волшебники крайне уязвимы. По-прежнему хотите стать волшебником? Да, я стану волшебником. Обездвиживает врагов, после призывает на помощь, стихии огня и воды, расправляется с ними. За волшебника вообще-то хотел магом поиграть, но заклинателем не хочу. Все. Наконец-таки-то у меня поднялся уровень. Покажите, на что способны. Так, скоро наш мир ждут великие испытания, мы должны к ним подготовиться. Угу. Направляйтесь в Элизиум. Я буду ждать вас. Так. Выбирайте. Ня-ня.